Всем привет! Увидела в интернете, как красят интересно яйца, и решила тоже попробовать и вам показать. Получится, получится, нет, нет. У меня 6 красок вот в пакетиках. И будет 6 формочек для этой краски. Краска пищевая, очень стойкая. Попадает на стол и не отмыть. Так, разбавляем небольшим количеством воды. Уксус 9% для стойкости краски. По одной чайной ложечке. Так, яйцо заворачиваем в салфетку. И вот таким макаром. В конце уже приспособилась, яйцо заворачивать с угла на угол. Так плотнее получается. И больше как будто слоев. Два слоя делать, и не прокрашивается. В один слой многовато. Ой, маловато. Поэтому вот в один слой, но наискосок. И сам и то получается. И палочки уже когда размякнут, вообще хорошо промакивать. Вот такие конфетки у нас получились. Сейчас подсохнут немножко и развернем. И должна быть красота. Ну и давайте развернем. Я сюда налила растительное масло немножко. Сверху смажу. Вот какое у нас чудо получилось. Ой, какие красавчики. Ой, какие красавчики. Получилось. Ну, а что не получится? Кстати, краска очень стойкая. Осторожно со столом что-нибудь постелите на стол. У меня-то пластик, ладно, можно. А если хорошие столы, то осторожно. Ой, вообще, такие прожиленные, беленькие. Я вот из-за этих прожилин начала делать. Красота. Я несколько лет делала в рисе. Рисе тоже там интересный свой рисуночек получается. Супер, супер, супер. Ой, какие лялечки у нас. В этих красках не было синий. Можно было, конечно, сделать, но я не стала. И так красивые. Ой, как мне радостно.
Красота. Красота же, да? Здорово. Ой, какие. Делаете так просто и так легко. Конечно, я хотела по другому способу. Хотела с растениями сделать, тоже их обмотать ниткой и потом в краску. Но тут увидела намного проще и интересней. Все, спасибо, что вы смотрели. Всем добра и здоровья. С наступающей Пасхой вас!